Приветствую. Погнали. Привет. Сегодня продолжаем угадывать лор чемпионов, вернее, чемпионов по лору. Так. Первый. Изначально занимался утилизацией ядовитых отходов. Угу. Однако он счел свою основную задачу слишком незначительной и модифицировался, чтобы служить хрупким жителям сточных ям. Ну, что-то, наверное, контрбот, наверное. Служить. Да я что, знаешь, жителям. Можем слушать, может, как робот. Я про свой лор вообще не знаю, поэтому я вот... Не, ну тут я тоже лор не знаю, но тут нужно по логике догадаться. Ну давай. Но это, скорее всего, Пилтовер. Речь идет про этот город. Че, бас, который там отходу работал где? Еще раз. Могу только второй раз зачитать. Ну, зачитай еще раз. Давай. Последний раз зачитываю. Изначально он занимался утилизацией ядовитых отходов. Однако он счел свою основную задачу слишком незначительной и модифицировался, чтобы лучше служить хрупким жителям сточных ям. Ну, модифицировался, это значит, типа, что он именно видоизменился. Это, конечно, похоже на Ургота, но служить людям... По-моему, Ургот не служил никому. Я бы я понял. Ну, я в плане не людям, он служил. Ну, не простым там, работягам. Не на пользу народу. А кто там еще? Ну, вот Витян, типа, создавал там всех. Витян... Ну, Виктор похож, вроде. Но хотя у него... А Витян служил простым работягам? Помогал там? Тут даже тяжело подсказку дать. Слишком он будет банально, ну, типа, легкий ответ. Так давай. Но он внешне видоизменился, правильно? Этот герой. Он модифицировался. Ну, внешне он изменился или нет? Или он просто поменял свое место работы, скажем так? Точно не знаю. Ну, мальчика, по идее, он изменился внешне. Роботизированный герой. Ну, вот это Витян, походу. Да, Витян. Разве Витян занимался утилизацией ядовитых отходов? Что ты думаешь, я помню? А кто там, Сингет, может быть? Еще... Да, Косингет что, изменился, что ли? Он только шизанулся, по-моему. Ну, у него на пару трубок куда-то впихнуто. Давай последний подсказку. Сантос поигрывает на этом герое. Опа. Опа. Симон? Ну нет, Симон вряд ли отходы там. Он же там типа полководцем был, нет, это не он. Это получается, это саппорт. Это саппорт. А кто у нас собирает отходы на саппортах? Ноуталус. Получается, Ноуталус. Нет, но он не собирал отходы. Он, по-моему, там утонувший какой-то тип. Роботизированный герой Сантоса. Я даже не знаю, кто может быть, так много вариантов. Ну, я не знаю, Блицкранг что-то вообще. Ну, Блицкрюгер это вообще просто созданное существо. Ну, Виктор его просто создал. Фан. Ну, давай, Блицкрюгер. Правильно, он модифицировал его. То есть он не просто создал типа робота, типа это был он... Он сначала он занимался, видишь, чем, оказывается. Утилизацией этих отходов, а потом модифицировали, он стал служить жителям. Потому что я помню, что Виктор именно создал Блицкранка, но типа я не знал, что Блицкранк до этого был человеком. Следующее. Ее всегда вдохновляли свершения великих воинов. Она много слышала о Рунтейле, ее народах и войнах, и считает, что ее собственная раса тоже достойна быть воспетой в легендах. Наш народ берет. Но получается, она не из местных. Понятия сам даже не имею. Есть в лиге недооцененная раса. Недооцененная раса? Мурлоки. Погоргал. Мургал. Подожди, получается, это не Иония, там не Димасия, не Ноксус, вот это вот все. Кого у нас недооценивают? Ну, а там какие-то вот изгои. Кто там у нас из изгоев? Но они именно недооцененные. Может, Ревенка? Она же вообще, у нее даже в имени сказано, что она типа изгнанная. Можем потратить, но все равно три попытки есть. А, Ревенка, волк. Нет, я дам вам подсказку. Так я зачитаю еще раз и скажу, что народ йортлов. Ее всегда вдохновляли свершения великих воинов. Она много слышала о Рунтейле, ее народах и войнах. И считает, что ее собственная раса тоже достойна быть воспетой в легендах. Ну, это либо Тристана. Попча, может. Либо Попча, да. Сейчас, подожди. Тристана там вроде пофигисткой была, типа... А подожди, Поппи, она же в Димасии вообще служит, а так что... Йордл. Ну, она Йордл, она служит в Димасии. Ну, давай, Поппи. Нет. Ну что, Тристана пробуем?
Подожди, кто там еще сделал? Подожди, подсказывай, мне кажется, Тристан. Либо просто в базе, типа. Как, зачитай еще раз. Нельзя. А, только два раза зачитываешь? Голубь еще есть. Ну что, на нас доверишься, Толь? Да тут видишь, как бы. Может, лучше довериться? Ну, можно, конечно, довериться. Какие еще женские ёрлы есть? Лулу? Лулу. Так. Тристана? Анечка не ёрдл? Нет. Но она просто маленькая, да? Она маленькая, но она не ёрдл. У тебя какой-то другой лор был похож на нас. Подожди, а больше нету бабских ёрлов, нет? Ну, вообще, походу, нету, да. Если из мелких перечитать, там еще можно амумчика добавить, но он тоже кого? Типа амумчик, тоже мелкий. Ну, то есть тоже не ёрдл. Ну, получается, кстати, либо Тристана, либо Лулу остались. Ну, походу, вот если Толя форсит на Тристану. Ну, давай Тристану. Правильно, Тристану. Ну, вот я, кстати, видишь, сказал сразу Тристану, там что-то пофигистка вот это вот. Он рожден, чтобы выживать и истреблять сильнейших. Если ему это не удается, он развивает свои способности и находит более эффективные способы убивать добычу. На древнем языке его имя значит «ты борешься с собой». Нет. Смешно. Лучше бы дослушался. Реконцовку не помнишь. Тропс. Нет. Властецка остался, Властецка. Лучше еще раз зачитать? Так и мы ускоряемся, что ты не понимаешь. Я понял, что это важно. Можешь еще раз зачитать, так давай. Давай, давай. Он рожден, чтобы выживать и истреблять сильнейших. Если ему это не удается, он развивает свои способности и находит более эффективные способы убивать добычу. На древнем языке... На древнем языке его имя значит «ты борешься с собой». А он такой вот нормальный лесник или такой, который вот... Вот это я не разбираюсь. Это можешь Лёва спросить. Ну-ка, Лёва. Ну, типа нормальный папа. Сулакучам. Сулакучам? Да. Вот. А почему-то Санса не слушает. Ребят, самая же важная подсказка. Развивает свои способности и находит более эффективные способы убивать. Ну, Уренгар подходит. Да, не спорю. Развивает свои способности. Ты просто так быстро потратил два варианта, что ты себе не можешь выбрать Ренгара и кого-то еще. Ты слишком быстро идешь, можно заменить. Теперь тебе приходится выбирать либо Ренгара, либо еще кого-то. Что, Ренгар? Все, не понял больше. Ренгар идеально должен. Ренгар, что, Ренгар? Давай, Шапо. Это его главный противник Казикс. Ну, Ренгар. Ну, почти. Ну, он Казикс, Ренгар, а Казикс. Поэтому говорю, ты Казикс. Вот. Вот. Ренгар, так Ренгар. Наксиканец по рождению, он еще ребенком вместе с другими детьми попал в армию. Дариус. Так, едва удерживая армейский меч, он в первый же день службы вышел на поле боя и чудом выжил. В будущем он совершенно освоил все виды оружия, но броню считал лишь обузой. Дариус. Дровен. Опа. Нет. Дариус. А на какой ты ответ дал слово нет? Как... Ни то, ни другое. То есть как бы один нет. То есть мы как давайте бы сразу, это тоже лесник. Два в один запихнули, то есть нормально, еще две попытки есть. Лесник. Дровен. Ноксус и лесник. А я, кстати, не помню, там какие в Ноксусе лесники есть, что там вообще. Я помню, Свен есть. Сион есть. Так. Ноксус. Я понятия не имею, кстати. Я вообще не знаю даже ни лор, ни кому принадлежит такой расе. Давай подсказку тоже. Там же не говорит, что это мужской персонаж из леса. Так мы знаем. Ты на нем поигрываешь. Проигрываю. Ну, скажешь, ты постоянно не играешь, но ты... Проигрываю? Я не знаю. А как часто проигрываю? Да я не знаю, Кирилл, так чисто. Чисто так. Ну, проигрываю. Иногда проигрываю. Ты давай, перечитай лесников и скажу, из Нокса он или нет. Давай. Давай. Поехали. Нидали? Нет. Талия? Нет. Эвелина? Я говорю, мужской чемпион. Нет. Я просто... Он когда перечитает лесников, я перечисляю. Она с магов перечисляет. Ладно, давай по-другому. Давай. Грогас? Нет. Ксинжао. Нет, Димося. Потом еще есть такие ходы лесников есть. Рынгар. Нет. Не Гравес. А мужских лесников так-то немного, походу. Ну, Каин. Ну, Каин, он типа там вообще Даркин считает. Начал водить мечом. Без брони. Вот кто с мечом без брони в лесу? Скажем так, с лезвием, без брони.
А, это Талон, лол. Как нет? Талон же не лесу. Но он в лесу играет сейчас. Ну, я это не знаю, блядь. Нет, это не Талон. А лезвие? У кого лезвие? Кто за точка ходит? В этом оружии есть лезвие. Там же есть лезвие? Давай, нас, ты рискни. Я не знаю, что надо. Так и я, блин, ну я там играю до двух персонажей тоже. Ну, это правда. Говорю, кто? Подожди. Дополнительное время берем. А, мы это 62 раз даже не читал. У реально, кстати. Наксиканец по рождению, он еще ребенком вместе с другими детьми попал в армию. Так, едва удерживая армейский меч, он в первый же день службы вышел на поле боя и чудом выжил. В будущем он в совершенстве освоил все виды оружия, но броню считал лишь обузой. Да. К мечу не цепляйтесь. Дорогие. Все виды оружия. Еще можно. Я не знаю. А Фелиус получается. Сейчас все так. Давайте, пора давать ответ. Ну давай. Да, Фелиус чем? Нет, это Кай. Вы знаете, какие Наксианец вообще? Нет, я нет. Я думал, там и они из какой-нибудь Зеда там пусть. Теперь будете знать. Идем дальше. В детстве она организовывала собственную банду. Организовала. Она была вспыльчива, поэтому нередко ходила с разбитой губой или синяком под глазом. Позже ее взял под свое крыло владелец бара, который научил управлять гневом и сформировал моральные принципы. Со временем она заработала репутацию человека, который выполняет поручения, не задавая лишних вопросов. Анечка. Идеально приходит. МФ. Опа. Но могу не ошибиться. А, нет, хотя нет, ошибаюсь. МФ же из Билджвотера. Это персонаж из другого региона. Из какого? Не скажу. Из Билджвотера. 74-го региона. Из Челябинска. Лёва, может, мне все подправить? Мне кажется, что она является шерифом. Шерифом? Нет. Но... Два шерифа. Кто-то из её семьи шериф. Кто-то из её семьи тогда, хорошо. В детстве она организовала собственную банду. Она была вспыльчива, поэтому нередко ходила с разбитой губой или синяком под глазом. Позже ее взял под свое крыло владелец бара, который научил управлять гневом и сформировал моральные принципы. Со временем она заработала репутацию человека, который выполняет поручения, не задавая лишних вопросов. Вообще, кстати, Навай немножко похоже. Навай шериф. Кельтин шерифский не есть. Да, ну, Кельтин считается шерифом Пелтовера. А вот Вай ее напарник. Получается. Ну, я не слышу, что моя работа. Ну, Вай, Вай. Вай, Вай. О! Предпоследняя, короткая. Они не сестры разве? Я не знаю. Нет, они не сестры. Но она ее просто напарница. А Кейтлин Джинс сестры, может? Нет. Ну, давай тогда, продолжай. Предпоследний. Нечто древнее, нечто ужасное. Вулкос. Классный премьер. Заслушай. Рексай? Он находится вдали от больших городов. Идет туда, где господствуют страхи и кормится перепуганными жертвами. Фиддлстикс. Правильно. Ей. А что ты Ноктюрна не сказал сначала? Последнее. Кормится страхами Фиддл. Ноктюрн просто тьма. Внимательно, последний вопрос. Он был младшим сыном короля и не должен был наследовать трон. Окруженный роскошью, он вырос избалованным, эгоистичным. Однако его спешно короновали после неожиданной смерти старшего брата. Хотя ни желаний, ни способностей. Я якаю, сори. Государственного управления у него не было. Нужно сказать, так и должно быть что-то. Джарван. Нет. Гарен. Нет. Гарен. Ну чего? Его же еще не короновали. То есть, получается, не Джарван, да? Его короновали, правильно? Да. Я сюда с короной могу гулять, правильно? Получается, это уже не Димаси? Получается, что так. Можно флипнуть Ноксус? Давай, счет. Последний раз. Ответ довольно примитивный, простой. Mm-hmm. Он был младшим сыном короля и не должен был наследовать трон. Окруженный роскошью, он вырос избалованным, эгоистичным. Однако его спешно короновали после неожиданной смерти старшего брата. Хотя ни желания, ни способности к государственному управлению у него не было. А у кого старший брат там помер? У Ясу старший брат помер. Но Ясу не был королем. Только если что, мадам. Так. Давай. Может, подсказку возьму? Так сказать, последний вопрос. Он был младшим сыном. Так скажем, он босса, в игре присутствует не только как герой. Вы еще ни разу не брали подсказку босса? Босс, подсказка. Бозик, давай подсказочку. Нет. Я не знаю. Последний. Он присутствует в игре не как чемпион еще? Отчасти, так скажем. А это же спал на речь. Не как чемпион. Ответ довольно прост. Да что уже нет.
После этой подсказки уже сложнее стало. Присутствует не только как чемпион. Мне будет, наверное, слишком сейчас жестко подскажу, но прям чтобы точно подсказать. Ну давай. Так скажем, в его честь кое-что названо. Поэтому он присутствует не только как чемпион. Вау! Камень на речке. Хочешь, я подскажу реально? Давай. Ну, история. Толик все-таки ведет. Ну, подскажи, только громко. Его жена — это Буля Йорика. Виега? Виега. Правильно. Все. Всем чао. А жена тут при чем? Пока.